Приветствую вас, блейдеры и зрители, с вами снова я, бешеная акула, я сожрала неугомонного блейдера, ха-ха-ха-ха-ха. Тыщ-тыщ, уходи, бешеная акула, ты что, это мой канал? Нет, это мой канал, я захвачу, я буду вести для вас рубрики про Бейблейдерс. Нет, бешеная акула, ай-яй-яй, где так себя вести, это мой канал, дай мне сделать жух. Ну ладно, ладно, но подпишись на канал, поставь лайк, внизу я вернусь и буду проводить рубрики сама. Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня мы посмотрим Beyblade Screw Trident. Он у нас уже, видите, снизу рвется наружу. Коробку смотреть я не буду. Будем лучше больше играть. Итак, погнали. Да, все повываливалось. Воу! Вот такую штучку. Очень давно такую штучку я хотел себе. Мне такая штучка очень необходима. Вот. Для чего она? Пишите в комментариях, поэтому пишите. По запускалке какое-то все. Ну смотрите, камон. Вот Б от СБ, вы просили, вот она. Ну, ручка с черными такой не было, но. Ну, что это за. Вот смотрите. Изначально пластик уже покоцанный, какой-то дешевый пластик. Прям посмотрите, вот, достал из коробки. Я ничего с ним не делал, клянусь. Вот, ну вот, достал из коробки. Так, ладно. Ну, не могу, прикиньте. Очень тяжело. Очень тяжело мне это делать. Ладно. Так, ну что ж. Screw Trident. Ребятушки, я не буду сдерживать эмоций от офигенной. Пройдете быстренько. Вот такие наклейки. Вау! 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 Видали? Вот это драйвер. И это качественный драйвер. По нему прям видно, что он обалденный. Вот такая у него классная юбочка. Так, ой-ой-ой-ой. Вот такой у него металлический диск. И вот он. Screw Trident. Владелец его Токо. Ой, брат, Вальтаоя. Так, по качеству, внешнему виду, очень хороший парень. Мне очень нравится. Так, здесь, наверное, какие-то плюшки есть. Не знаю, что за плюшки. Пишите в комментариях, какие плюшки у этого блейда. Почему-то вот опять, видали, диск неправильно стоит. Сейчас исправим. А как он должен быть, кто знает? Слушайте, мне наклейки нравятся. Они какие-то зелененькие, прикольные. Может, наклейки, я, кстати, и наклею этого блейда. Они клевые. Так. Что-то здесь какая-то беда с его чипом. Неправильно он был изначально. А, вот, все, вытащился чип. Подождите, а как же он... Нет, не вытаскивается. Для чего эта штука? Напишите в комментариях. Не знаю, для чего. Странно. Не пойму, как его вытащить. Ладно, неважно. Давайте взвесим. Целиком, сразу. Не будем по одной детальке взвешивать. Наклейки, блин, наклейки я оставлю. Они прям клевые. О, он прям очень крутой, ребят, честно. Он прям, ну, огонь. Опа. Опа. Видали? Не закручивается. Только я захвалил СБ. Короче, не могу закрутить, прикиньте. Так, стоп. А, он же в другую сторону, наверное, вертится, да? Нет, стойте, подождите. А, нет. Стойте. Не, я не могу, прикиньте. Смотрите, я клянусь, не могу ничего сделать с ним. Он просто не прокручивается. Если посильнее только нажать. А как же мы тогда его потестируем? Как же мы тогда с вами поиграем в СБ? Вот вам СБ, камон, вы пишите, СБ классный, детали оригинальные. Да, но они не вставляются. А, наверное, потому что я как-то чип испортил, я понял. Это я такой просто криворукий, извините. Во, все, чип правильно вставил. Да, все равно не закручивай. А, все, да, это чип сразу вывалился. Блин. Ну это я, да, короче, косяк? А я уже на СБ ругался. Да, он теперь не вставляется. Ну ничего. Пофиг, играем без чипа, потом вставлю. Во! А то ролик-то идет, надо уже бои снимать. Во! Давайте взвесим быстро. Сейчас включу весы. Играем без чипа, без наклеек. 41 грамм весит у нас этот Beyblade и все его крутые приколюхи. Так. Убираем лишнее. Давайте-ка мы его затестим. Мне кажется, он очень здорово должен вертеться. Итак, погнали. Па-па-па-пам. Почему-то у меня таймер сегодня фокусироваться не хочет.
Короче, я думаю, вам видно. Так, 19-20. Я ставлю где-то примерно, наверное, на минуту. Итак, соперниками сегодняшнего скрю Трайдента у нас будут блейды из Beyblade Random коробки. Я знаю, что буква Е неправильная, но мне пофигу. Так, мне уже интересно, кто там будет. Так, по времени что у нас? По... 45 секунд. Так. А, кстати, друзья, пишите в комментариях, сколько у вас БФ, какие у вас любимые. Мне интересно будет почитать, поэтому да, пишите обязательно, сколько у вас БФ, какие у вас есть, какие первые, ну, кто самый сильный, кто крутой. Странно, сегодня камера фиксируется. Слушайте, ну крутится довольно долго, крутится больше минуты, и это очень здорово. Как спиннет. Да, примерно минут 17, ну то есть я думаю минут 25 спокойно может он делать. Итак, в первом бою соперником Скрю Трайдента будет у нас кто? Вау, Страйк Валькири без чипа. Итак, и наклейки уже все он отклеиваются. Почему ты не клеишь наклейки? Вот они отклеиваются, смысл их клеить. Погнали. Но на Скрю Трайдента, мне кажется, я наклею наклейки. Он потому что Ultimate суперский. Бам! Бам! Бум! Да, 1-0 в пользу Скрю Трайдента. Даже без чипа он классный. Так, следующий бой. Вау, Ректоборчик R4. Так, поехали. Ну, Ректовор, он с этой выпускающейся штукой, не знаю, как его лучше, он вытаскивает и проигрывает всем. Тут нет смысла даже. Скрю Трайдента вообще пофигу. Так. О, кто это? Не будет он больше не биться. О, оо, Гуд Валкири, круто. Итак, поехали. Слушайте, ну, Скрю Трайдент-то отлично показывает. Я уже вижу, что он очень классный. Надо вставить ему будет только чип, и он вообще будет огонь. Смотрите-ка, смотрите-ка, как он. Да, прям? Хотя, стоп. Ну да, у Гуд Валкири нет шансов. Абсолютно. Хотя, кто знает. Посмотрим. Да, естественно. Дальше. Вау, все. Виннинг Валкири. Капец Скрю Трайденту. Просто капец. Сейчас его просто по арене будет разметывать. Итак, поехали. Виннинг Валкири или Виктори Валкири. Как правильно, пиши в комментариях. Нет, Виктори Валкири другая Валкири. Это Виннинг Валкири, все правильно. Погнали. Возможно, на другой арене Виннинг Валкири повела бы себя по-другому. Но мне кажется, она и тут сейчас обыграет его. Хотя, кто знает. Да нет. Слушайте, ну Скрю Трайдент очень неплохой. Когда я буду турнир устраивать между блейдами, я думаю, он нормально себя покажет. Так, ну что ж, пятый волчок. Вау, Galaxy Zeus. Есть... А, кстати, это прокачанный Galaxy Zeus. Вот сейчас будет интересно, ребят. Финальный бой до 3 очков. Интересно. Итак, поехали. Да, прокачанный Зелен Зевс или Зевси, Галакси Зеуси. Да, посмотрим, что будет. Потому что Скрю Трайдент очень хороший, крутится больше минуты. И Галакси Зеус, Зеуси крутится больше минуты. Опа-па-па-па-па-па. Ну, просто без шансов. Зелен Зевс. Это так. Еще разочек. Второй раунд. Теперь давай запустим первого... Трайдента Скрю. Слушайте, ну вот Скрю Трайдент от СБ мне нравится. У него, конечно, мерзкая ручка, но сам по себе бей очень классный. Прям, ну прям вообще огонь.
Из-за того, что его юбочка, у Зевса Зейтрона нету шансов. Хотя вот сейчас было близко. Давайте еще раз запустим первым Скрю Трайдента, а вторым уже Зейтрона. Может быть, все-таки есть шанс вырваться у него. Итак, поехали! Я взрывной финиш какой-нибудь хочу. Ну, тут выносливость, понятно. Или баланс. Или защита, кто знает. Ну да, 3-0. Скрю Трайден показал себя сегодня отлично. Отличный бэй от СБ. Круто. Вообще претензий нету. Претензий, наверное... ну к чипу, потому что он был неправильно вставлен. И плохая ручка. А так, в целом, классный бэй. Вот. Итак, с вами был Мегамэн и Блейдер. Подписывайся на канал, ставь лайк. Кстати, почти на 2 щелчка уже разобрался. Ставь лайк. Пока-пока.